Накануне вечером стреляли и в столице, на Подоле, в парке по улице Кирилловской. На местных жителей напали трое неизвестных. Один из них открыл огонь. В результате один мужчина ранен в спину, у второго ранение в ногу, у третьего проникающее в живот. На месте происшествия полицейские нашли три гильзы, стрелятели из травматического оружия. Уже традиционно пострадавшие отказались подавать заявление в полицию. Теперь правоохранители решают, открывать ли уголовное производство.